Добрый день, дорогие мои подписчики. С вами Дунтус Пирогов. И в этом видео мы будем есть вот эту лапшу кимчи ролтон. Впервые на видео я буду есть ролтон лапшу. Это будет поистине замечательное действие. Сейчас мы узнаем, что будет дальше. Короче, ребята, сейчас я распакую эту лапшу для вас. Мне понадобятся мои ногти. Вот здесь вот окучен. Вот так вот. Да. Распакуем. Нормально. Четко помидорно. Вот, смотрите, кимчи. Нереальная тема, пацаны. Да. Сейчас мы это все распакуем. И будет. Сейчас мы попробуем открыть это все. Вот, значит, здесь находится сорпа дедушель какая-то. Бульон, приправа. И сам кимчи вот здесь находится, ребята. Вот он. Вот он маленький такой. Вот он, кимчи в этой зеленой штуке. Вы видите? Да, нереальная тема. Это пипец. Вот лапша и вилочка. Ну что, сейчас мы подогреем чайничек. Подогреваем чайничек. Что ж, давайте посмотрим, что у нас в холодильнике есть. Кетчупы. Вот они. Кетчупы Слобода. Кетчупы Провансали. Супер крутые кетчупы, а также горчица есть. И хрен. Также есть вот такая нарезочка. Смотрите, ребятки. Это супер нарезка брауншвейгская. Вы видели такое когда-нибудь? Интересно. Мы можем использовать ее, но на самом деле нет. Я так просто пошутил. Пацаны, ребята, чайник уже скипит. А это значит, что скоро понадобится заваривать ролтон кимчи. Вот мы берем вот эти пакетики. Открываем их. Высыпаем. Высыпаем мега приправу. Чтобы было мега остро. Высыпали, открываем теперь вот эту приправу с кимчи. Высыпаем здесь все. Никакого мяса здесь нет. Обманули нас в этот раз. И заливаем мега крутой водой. Вот, залили, аж парились даже немножко. Залили, и все, и ждем. И хлебушек у нас тут поджарился даже. Чуваки. Нереальная тема, хлеб. Поджарился. О-хо-хо-хо. Что ж, теперь мы ждем, когда подварится у меня лапша, и будем кушать уже. Сейчас мы попробуем перенести вот эту вот штуку сюда, чтобы это поесть. Сейчас я возьму вилочку, ребятки. Вилочку возьмем обязательно, четкую помидорную вилочку. Да. Что ж, это время подошло к своему завершению. Приготовление лапши кимчи, кажется, уже приготовилось. Что ж, давайте. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас мы откроем, посмотрим. И вот оно. Это явство. Это нереальное произведение искусства. Нереальная лапша, ребята. Заваренная с душой. С помидорной душой. Мы будем это кушать прямо сейчас, ребятки. Сейчас только подсыпь немножко. И будем кушать. Да. А пока я могу рассказать вам одну интересную историю. Как-то раз ко мне приходил Ромка Дейнер в гости. И мы с ним смотрели концерт Короля и Шута, который мертвый анархист. У меня еще на кассете он был. На кассете, да. Там, правда, качество было не очень. Почему-то звук такой был какой-то трещащийся. Мне пришлось еще менять эту кассету несколько раз. Ну что ж, значит,
С Ромкой Тевером мы сидели на креслах в большой комнате моей. И мы заварили себе лапши Ролтон. И мы кушали. И нам было так хорошо, здорово вместе. Вы не представляете. Это поистине замечательное действие, да. Мы хорошо провели время вместе с Ромкой. А потом он сказал: пока, Данила, я пошел домой. И он пошел домой и загрустил немножко. Ну что ж, теперь, наверное, можно уже пробовать эту лапшу кимчи. Ваше здоровье, ребята! Тульская братва, Артём Дескор, Латекс Рей, Ромка Дейпнер, Андрюха Смокер. Всем передаю привет. Пламенный привет вам. Да, Алишер Мирзоев, Алексей Баюра, Бобич, Ким. Я вам всем отправляю видосы, Рустам Ха. Кушаем Ролтон. Вы не представляете, какой это вкусный Ролтон лапша с кимчи, остренькая такая. Нереально острая. Фух. Как же вкусно. Непередаваемое ощущение, ребята. Этой остроты, пикантности. Да. Я чувствую, что здесь все будет ништяково в конце. О, как вкусно. А как-то я брал лапшу удон, тоже с кимчи, она тоже такая была остренькая. Примерно такого же вкуса, как эта. И мне это очень понравилось, ребята. Вы не представляете себе. Я очень люблю макароны, лапшу, пельмени и роллы. А также булочки и пирожки. А также бутерброды я ем с колбасой. Вкусные. Ну что ж, ребята, это я доем уже за кадром. А вам желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, ребята. Не будьте как я. Не падайте с третьего этажа. И все у вас будет хорошо. До новых встреч, ребята. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии, ребята. До новых встреч!